Набилось столько скверны, что страшно заглянуть. Как же тебе с ней быть? Сбежать от мира в монастырь, когда не хватит сил больше ни дня здесь жить. Может быть, напиться и забыть. Может быть, все матом обложить. Нет, черные песни, в черный писать альбом. Уж лучше черные песни, в черный писать альбом. Проставь везде свой копирайт, и больше ничего. Чувствуешь, как сразу стало легче. Не нужно регистрировать, не нужно заверять. Все остальное паранойя. Просто успокоиться и ждать. Ждать, когда придешь, чтоб заказать. Черные песни, черный человек. Черные песни. Все равно, так что пиши, как есть. И если есть во всем урок, то что еще ответь? Ты музыкант, в этом аду должен узреть. Записать их из души изгнать, а потом, пожалуй, всех их взять. И черные песни в черный кидать огонь. Черные песни в черный кидать огонь. Чертовы песни в черный кидать огонь. Черные песни. Себя, заглядывая вглубь, мне кажется, что если бы так вышло, что на меня напал бы кто-нибудь, чтобы покрасть, или просто от того, что едет крыша, и я случайно одержал бы вверх, и вот уже в моей он был бы власти. То я пинал и бил тогда его, покуда не забил бы насмерть. Всю жизнь держа себя в руках и выход не давая этой дури, теперь смотрю в себя, а в сердце страх, что может там сидит какой-то фюрер. Все мы в ответе за свои дела, и за слова свои в ответе все мы. Я эти песни потому пишу, что
чтоб не гнить только лишь мои проблемы.